Здесь уже идет галечный пляж. И все, куча всевозможных развлечений. А вот почему яхт здесь так много, я не знаю. Видимо, соревнования какие-то, потому что яхты все под номерами. Обожаю Геленджик. А там уже людей тьма. Да и там тоже. Вижу какую-то новую инсталляцию. Сейчас пойдем посмотрим. Раньше здесь было пустенько. Кстати, должна сказать, что на набережной очень много детских площадок и вот таких вот тренажеров. Мы их не раз еще увидим. Так, и что тут у нас? Сейчас посмотрим, что-то световое. Будет что-то очень симпатичное. Это, походу, ракушка. А, это все ракушки. И там тоже ракушка. Но уже один лепесток сломали. Господи, что за люди. Вот тут стоят лодки и яхты. Какое интересное растение. У нас такого нет. А еще мне нравится вот это дерево. Ну, очень симпатичное. Вот интересно. Вот там вдали, вот на этой доске, про которую я вам говорила, плавает кто-то. Там дается весло и доска. И ты плывешь. Вроде как серфинг и не серфинг. А, вот еще. Вот гребет мужчина. Ну, а там те, кто любит скорость. Людей, сами видите, много. Ой, какие красивые облака. Тут только одна беда, эти облака несут дождь. Такая красивая селфи-зона. Жалко, не работает фонтан. Кстати, на толстом мысу очень мало всяких скульптурок, да и площадок. Сейчас не знаю, вот сейчас, по-моему, еще будет одна. А дальше не знаю. Кафешки, и то вот, по-моему, здесь кафешки и заканчиваются. Дальше идет сосновый прям лес, набережная и лес. Вот здесь хорошо дышать как раз-таки фитонцидами. Вот туда я и иду. Пляж Сады Марии. Кстати, его хвалят, этот пляж. Сейчас 11 часов, а людей на пляже дофига. Здорово, я все ближе и ближе к морю. К маяку. Он Нива называется. И я так поняла, что это крайний пляж. Дальше идут дикие пляжи. Спортивная площадка. Здесь уже больше гулятельная зона. Здесь уже нет кафешек. Только пешеходная зона. Велосипедная. И вот дальше есть детская зона. Большая, по-моему, Изумрудный город называется. Хочу показать вам, какие тут шишки большие у сосен. Красивые. Но внизу ни одной нет. Да, память меня не подвела. Это Изумрудный город, детская площадка. Посмотрите, у них даже постелена мягкая плитка, чтобы детям не больно было падать. Вот так вот. Такая красота. Я сейчас даже по желтой дорожке пройдусь. Они-то шли в город Изумрудный, я из города Изумрудного пойду. Вот такая вот желтая дорожка. Здесь Элли с татушкой.
общем, все герои. Страшила, Дровосек, Лев. Дошла еще вот до такого памятника пограничникам южных рубежей. Здесь еще меньше народа. Экипажу СЧС «Топорог» рыбколхоза «Парижская коммуна», трагически погибшему в 1966 году. Практически дошла до маяка, до моря. На диком пляже тоже людей полно. Какие красивые камни. Вот то, что касается гор, я тоже очень люблю. Ну, потому что я живу среди гор. Я подхожу к маяку. С этой стороны хочу выйти к морю. Вот где сосновый рай. Ну и тут людей много. И тут людей много. Ну вот я практически и вышла к морю. Там корабли на рейде стоят. Людей везде очень много. Здесь начинается Геленджикская бухта. Толстый мыс. А дальше бескрайнее синее море.